Интернет в любой точке республики, развитие электронного документооборота, перспективы робототехнического кластера и подготовка IT-специалистов. Сегодня в Доме правительства прошло совещание «Развитие цифровой экономики и информационных технологий». В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в регионе реализуются программы «Информационная инфраструктура». Планируется подключить к сети интернет все социально значимые объекты – школы, ФАПы, пожарные части во всех муниципалитетах. На первом этапе высокоскоростной интернет получит 343 учреждения. Для информационной безопасности будут использовать отечественное программное обеспечение. Одна из главных проблем развития цифровых технологий – нехватка IT-специалистов.